Приветствую всех на своем канале. Много интересного и полезного о цветах и комнатных растениях. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Вот. Сегодня я расскажу об такой проблеме, как желтеющий лист орхидеи. Довольно часто встречается такой момент, когда орхидея вроде бы здоровая, наращивает себе новые корни, наращивает новую листву, но снизу почему-то начинает увядать, желтеть себе листья. Вроде бы с тургором все хорошо, зеленые такие глянцевые здоровые листья сверху, а вот именно нижние листья начинают желтеть, увядать. Давайте рассмотрим несколько причин, почему такое может происходить с орхидеями. Первое, это, конечно, естественный процесс. Как и всем растениям, орхидеи тоже свойственно старые свои листья сбрасывать. Вот этим листьям уже больше 2 лет. И, естественно, когда они изжили уже свое, они потихонечку до конца еще отдают все свои полезные свойства, все свои макро-микроэлементы в растения. До конца изживают себя и, так сказать, сами себя съедают. Вот такими желтыми становятся. То есть не трогайте листья, которые портятся снизу, пока они сами не отсушатся и пока не превратятся вот в такое вот зрелище. Когда же растение достигает таких желтых прям листьев, их можно аккуратно вот так вот разорвать пополам и убрать. Убирать надо обязательно прям, чтобы чисто-чисто было. Прям прочищайте те места, в которых остаются вот эти вот остатки листьев, потому что орхидеям свойственно что-либо начинать без каких-либо причин, да, допустим, какие-то бактериальные заболевания, какие-то гнилостные процессы у них происходят быстро, поэтому до конца убирайте остатки листьев. Вот этот лист, он еще пока свое не отжил, он еще способен дать растению силы, за счет этого листа растение может еще питаться, так что оставлю ее на потом, пока она еще не пожелтеет. Второй случай, когда орхидея начинает портить свои листочки, то есть листья орхидеи становятся желтыми. Это когда какие-то гнилостные процессы происходят с орхидеей, когда какие-то бактериальные заболевания, то тогда листья начинают гнить сверху, а не снизу. Желтеть, так сказать, от самого основания до верхушек. Тогда уже нужно бить тревогу, потому что это не просто отмирание старых листьев, а что-то иное, что-то, какое-то заболевание, которое нужно срочно лечить. Если основание чистое у орхидеи, то она такая зеленая, без лишних желтых пятен, без лишних каких-то коричневых следов. То есть все с растением в порядке. В таком случае оставляйте растение в покое, пусть происходят естественные процессы. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу ухода за орхидеями, либо за другими комнатными растениями, пожалуйста, оставляйте ваши комментарии под этим видео. До скорой встречи! С вами была Самара. Пока-пока!